60-80. Ну запомни. Надо вольеры строить, очень удобно стало. Надо, короче, сюда толпой сейчас лететь. Да, потому что, мне кажется, по карте будет двигаться. И фармить его. Но, мне кажется, будет медленнее, чем двигаться. Да и пофиг, у нас это очень круто. Ну сейчас уже быстрее стало, я подкачал. У тебя рядом с тобой гора должна быть, да? Ну, как бы не, это не то чтобы гора, но пригоров. Как бы я тебе. А я тебе говорю, я 75 на 40. Ну все, я уже практически вылетел. По идее, ты походу на второй должен быть. Вот на вот этом пригорке должен быть это, как он называется. Это ж не обязательно. Титанозавр это или как он там? Вот и пижару нашел, прям на пригорке. И меня найди, а не пижару. Блин, надо было балластов сделать, что-то я тупанул. А, у нас кожи же не было. Я еще не перелетел его, у него уньки мало. Сейчас перелечу. Соня, кстати, сделала седло. Да. Ну сейчас уже, но заберешь у меня ресурсы. Да мы сейчас втроем сюда сразу придем тогда, этот... Мы сейчас, нет, сейчас мы закончим с бобрами, потом мне надо в магазин опять сходить. Может, слушай, кицаря сначала, а потом уже бобров добьем. Да ну, найдем все, будет нормально. Так, ну я перелетел пригорок. Вон он, наверное, ты. Медленный птеродактиль в воздухе завис. Да. А ты где? Ты нас не разглядел. По левому берегу от тебя. Дальше. Куда лечу? В сторону, по-моему. Не в ту полетел в сторону. А, нет, в нужную. Все, вижу. И все, и прилетел. Мне что не нравится вынька, когда он ходит, здесь не устанавливается. На том серваке вот идешь, да, вот так вот по земле и вынька восстанавливается. А, не восстанавливается, но медленно очень. Наверное, из-за левела все-таки, скорее всего, потому что на 170-м там у меня он был, он быстро прям вынька восстанавливался. Сиди, собирай. Она вот сразу. Так а в какой момент начинают ну, расти уровни у обитателей местных? Чем дольше сервер существует? Да, чем дольше, то тем они... Вот, допустим, ты вот находишься в игре, да, и у твоих персонажей растет левел за счет этого. Даже если ты ничего не делаешь. Сейчас. А если сервер будет... Куда он прилетел? Включенный, мне кажется, будет его расти. Но тут я тебя ждать не буду, пойду дальше. Где ты говоришь? Попробуй бобра, чтобы рвануть. Попробуй. Не меня! Летели. Бакер. Я не попёр, блядь. Ты, кстати, можешь меня бить в этот момент. Да, зачем? Выведи бобров. Не, он не может. Я же говорю, он не умеет. Он слишком большой. Это маленьких он может хватать, а... Это все не смысл. Вот, допустим, то дождь он схватит. Пойдем дальше, короче. Где ты говоришь, у красной штуки? Пойду я на красную штуку тогда. Сейчас, подожди, я гляну еще раз, потому что мне кажется, вот ты на как раз таки на нем, который вот второй. Сейчас, подожди.
Сейчас тебе скажу. Одна находит, должна находиться на 80-60 приблизительно. То есть 50-57 где-то вот так вот. 80-57. Подожди, почему 80? 80-57. То есть это вот где вот этот закуток. Ну, понял? 80 это вот который лакс или как он там написан? Высота. Да, это вот 80. А лона это 57. А второй находится, я тебе сейчас скажу где. Значит... Второй находится на 50-30. Мне, наверное, проще на 80-50. Ну, пойдем туда, смотрим. Ну, я там прилетал. А ты лети за Аргентависом, бобров понесешь. Ну, сейчас. Да, мне кажется, стоит тогда это, чтобы ты не уходил отсюда. Сейчас я с птицей прилечу, ты этих всех оставишь там, и мы пойдем попробуем кицаля зафармить. Ты меня поносишь, или я тебя поношу, и попробуем его за это застанить. Он, в принципе, левела небольшого там должен быть. Должно быть довольно-таки просто. Я пока пошел на этот, на 50-80. Ну да, он как раз, он посерединке летает там. Вот я на 80. Пижару можно поймать, кстати. Сейчас я этих наделаю, как они называются, балластов еще. Если у, меня, у нас там этот есть, кожа. Я дал тебе кожу. Да я не смотрел, что ты там мне накидал. Я дал тебе кожу, кератин и пижар. Вот сейчас балластов сделаю для пижара. Можно пижару сразу поймать. И там недалеко как раз писали. Сырой рыбы тогда из барионикса достань. Я высоко, по-моему, полетел. Мне интересно, что еще на цешку он делает. По идее, он должен сбивать с седла, когда вот тут вот так делает. Как типа бочка, что ли, получается. Потерял где-то. Ну, я какой-то храм нашел. Вот тебя мне только и надо. Короче, этот досье на терезинозавра. А утку? Ага. Вот, бобры медленные, не проходят ни хера. Не обходят они? Ну они, видишь, они, наверное, скорее всего, тоже новые, и им не прописали еще вот как. Хотя, блин, Рекс, он не новый, мне кажется. Интеллектом не дописали, видишь, эти все обходят там, стараются, допустим, этот тот же самый Дидикус, вот этот. Он тоже, я вот сколько с ним не бегал, он постоянно обходит там какие-то препятствия. Бывает, что застревает, конечно. Бегущий, нет. Блять, вот так.
Кёрну, что там тебе мешает пройти? Неужели? Альфача нашего нашел. Главное, чтобы он тебя не нашел. Ну, мне кажется, сейчас меня тоже найдет. У меня что-то полет кончается. Тебе надо было посрать, да, и того, что, и чтобы я подошел, а ты посмотрел, как, и посмотрел как мне, как он срет, вообще, когда у нас открылся. Видимо, где-то тут должна быть, да, хатка? Там типа маленький островок какой-то еще. Сейчас я слежу. Так, раз, два. Нашел? Птицы на месте. Так, что осталось? Нет. Трудно, видишь, двигаться. Игра народу. Так, раптора 3, птицы 2, бобра 2. Жаб. Так, дубинка мне не нужна. Хорошо, могу сделать на всякий случай. Что там требует-то? Чего мне не хватает, что не пойму. Камень сам. Я, короче, все в один шкаф покидаю. Который салон. Сейчас Соня тебя убьет. Давайте какой-нибудь общий. Я вот где-то шкафы приносил, она их, наверное, поставила. Какой-нибудь общий шкаф сделаем, я туда все буду скидывать. А там есть один такой общий шкаф. Какой? Там всякая фигня навалена. Вот я в первый, короче, буду кидать. Где растения есть. Так, камень тут тоже сюда. А, я тебе это так, наркоту-то и не дал. Не улетел. Так, ну я думаю, хватит меховчика. Рыбу взять. Все за мной летаешь, что ли? Так, а где птица? Улетела. Ты что, на ней полетал? Полетать пошла. Он мне нужен бобров забрать. Чё? Мне нужен бобров унести. Давай, да? Я тебе сейчас прилечу, да. Птира отдам, а ты это... Раньше сказать.
Я тебе так, мы же говорили все это время. Я бы нефть забираю. Садак ты летит на носе. Он не унесет ни хрена этот садак. Кого? Кого не унесет? Ты бы хоть сказал, сидим в одной комнате, как сказать. Да я сейчас еще одного приручу их, приручить этих птиц, господи, там как раз плюнуть. Сейчас надо это, давай полетели сейчас кицаля долбанем. И ты птицу бери сразу, давай с нами тогда. Потому что она улетела. Да она сейчас, я сейчас до нее долечу, а потом тогда это. Или она просто к лагерю, а потом тогда к тебе. Зачем ты полетишь до нее, она на север. Да она зачем полетела на север? За нефтью. На тяжелую? Ну довольно. Ну, на птеродактиль я унесу там 50-100. Там на севере этих птиц до хера. Давай я тебе его оставлю. Ты в птицу загрузишь все и на птеродактиле полетишь. Сейчас прилечу. Да я быстрее сам вернусь, Макс. Где лучше нового поймай самый и сделай еще седло. У меня хватит на седло. Я тебе дал точно на седло. Там 250 тоже нет. Я дал ему. Тогда я на гору полетел. И кератина тоже наверняка. Я надо мясо делать. Я не могу что-то найти эту плотину 58. Вот он, смотри, ты можешь идти прям, вот где маленький островок, видишь? Вижу, я у меня карта не открыта, я не летал. Так ты идешь. Зачем летать? Ты там ходишь. Вот на 80, можно сказать, 83-57, там островок такой маленький прям, посерединку. Видишь? У меня там не открыта карта. Ты же, говоришь, дошел уже до туда. Ну я вот на высоте 80, чуть выше уже, да. Кругом обошел. А ты вниз спускался? Я снизу иду. Ну ты идешь вот мимо островка вот этого маленького. Да я не вижу тут островка никакого. Ёбаный брод. Вот смотри, иду там. Назад. Да. 85-50, там такой затон. Видишь? На карте. Тоже. Видишь, 85-50 зато. Подожди. Открыл? Так. Вот, 85-50. 85 за... чего это? В смысле высоты? Лакс 85, лонг 50. Видишь? Вот я на 50 лонг, значит мне надо вниз на 50. На 85, да? Вот там на этом уровне островок небольшой, вот затончик на 85-50, а на 85-57, ближе к 60, там островок маленький. Вот недалеко от этого острова там точка стоит на Вике, то есть где-то там бобры в этой области должны быть. Значит, мне просто левее надо было, я не по тому узкому иду. Там поброди просто в этой области и, скорее всего, может там что-то найдешь. Так, а мне нужно было птицу поехать получить. Не стирай. Я вот сейчас на 85 и я тебе говорю, там в этой области где-то должно быть. Если бы я там с тобой полетал, может бы нашли быстрее. Видишь, мне трудно быстро передвигаться. Мне такое... А ты их оставь всех в одном месте и побегай. Что ты с ним хочешь?
Может, они меня защитят, если что. Да ты убежишь же, ты на чем бегаешь? На жабе? Ну я на жабе, потому что обезьяна ходит как боевой спутник. Она меня защитит. Ну, оставь их всех и бегай на жабе ты упрыгаешь легко от любого. Прыжок, если что, нажмешь и все. И жабу, если что, тут не сложно приручить, я тебе новую сделаю. Тут недалеко бегают. Надо забыть меня. Это 4800. Да. Будешь, что ли, попробуй снять? Другой музыка. Ну так и я тоже в самом музыка. Я вверху. Это с дробовиком. Эх, нихера они творят, думаю. Да, мне кажется, Кер сейчас загасит. Чуть не убили Ктера, прикинь. И меня скинули опять. Да стой, господи. Все, нет, это. Слушай, а эти ульи вообще жесткие. Ты, кстати, это органического полимера на деревости на сервере. На севере. Поубивай пингвинов. Ну да, просто что поубивай пингвинов. Я так понял, короче, толпой. Я учился на своих ошибках, улетать куда-то и сразу заниматься делами, это хуёвый вариант, надо строить мини-бар. Как же эта жаба офигенно передвигается, ты посмотри. Она ещё упрыгает. Она крутая, да. Блин, у меня тут сахарный. Ещё плохо. Я не понимаю, где ты тут увидел какой-то маленький островок? На карте. Серп только лишь такие делается, да? Я вижу, да, островок. Я вижу, блядь, не вижу. Так, он первого левела вообще. Да, это пофиг. Я его возьму как вариант, но нужно второй тогда. Первого левела говно. Да. Мне надо, чтобы ты забрал бобров, они мешают. Из них я вернусь сам. А с ними... Я на первом левеле ничего тебе не заберу. И очень долго. Было мясо больше взять туда. Так, тут еще один летает где-то. Я тут такую нехилую территорию покрыл уже. Так где от меня? Не вижу никаких маленьких островков. Ты имеешь в виду вот эту пипиську? Типа там вода в заливе круглая, маленькая. А, да, это залив, а напротив залива там типа маленький остров. Так это не остров, блядь. Остров омывается водой со всех сторон, Макс. Ты что-нибудь ответил мне на это? Я прицелиться пытаюсь, отстань.
Я тут, блядь, бегаю, ищу, а он... Прицеливается. Полуостров от острова отличить не может. Так, какого-то левела. Так, ну вот допустим. Надо трубу сделать, то так, блин, хрен чего увидишь. Понятно. Какие они там, блин, ловала? Я так ничего и не нашел. У нас, в принципе, все для трубы есть. Давай от пизды будем проехать. Ну, не совсем, получается. Мы их случайно ударили.